Быть
Почему меня спустили по небесной веревке сюда? В край, где обугленные кресты и ребят на остановках водилы. Жизни человеческие кресты, никого и ничего не забыла. Где над каждой пятью придорожной грязи было.
ночи неистовыми, жгучие ночи, устойчивая твердь, легкие дни безвидимый весь невидимый мир, который не от нас обманывает, лишь предвечный свет. Не о том расскажет электрический полдень, не родовые реки, воздушные волны и стороны моей, угрюмые очи неистовые дни, жгучие ночи, устойчивая твердь, легкие фури, весь видимый, весь невидимый мир, который не от нас обманывает, лишь предвечный свет. Не о том расскажет электрический полдень, неоновые реки, воздушные волны и стороны моей, угрюмые очи неистовые дни, жгучие ночи, устойчивая твердь, легкие фури, весь видимый, весь невидимый мир, который не от нас обманывает, предвечный свет. Не о том расскажет электрический полдень, неоновые реки, воздушные волны, старые моей, угрюмые очи, неистовые дни, жгучие ночи, устойчивая твердь, легкие эфиры, весь видимый, весь невидимый мир, который не от нас обманывает, лишь предвечный свет. Спасибо. Христос воскрес, Гагарин жив. Сейчас будет это апокриф. Гагарин жив, пусть говорят нам, что он якобы разбился, не верьте. Гагарин жив, пусть знают все, что в монумент он превратился. Врут, что его крылатый миг маневр не выдержал, и штопора не вышел. Сочинили это все по спецзаказу главной крыши, и эксперты не спешат вскрывать архив. Гагарин жив, но он не вынес лжи, он предпочел опушку леса. Он сыт по горло той ролью жупила КПСС. И он подался в дальний скит, ушел от шейников в леса, и над томатур шумит, и раздаются голоса, и в деревнях его встречают в летном шлеме, даже в наше время. Спасибо.